тот момент, когда мы очень давно ждали, стремились. И большая работа была проведена последние 8 месяцев для того, чтобы наконец-то лошадь Пржевальского прибыли в центральный Казахстан. Наконец-то разгружаем первую партию лошадей и выпустим их в большой загон. И в течение этого года и следующей весны будем проводить наблюдение за состоянием и как лошади адаптируются для того, чтобы в последующем их выпустить в дикую природу. И мы знаем, что данные степи как раз-таки подходят для лошади Пржевальского, и многими даже экспертами это было подтверждено.